Итак, ребята, оказывается, что за секунду можно передать, значит, файлы с одного устройства Xiaomi на другое. Достаточно, значит, открыть правую шторку и там включить, значит, функцию Mi Share. Здесь включаем ее, здесь включаем. И самое смешное в том, что ничего не надо настраивать, подключать и так далее, тому подобное. Просто убираем шторку и можно зайти в галерею, передать любое изображение. Вот, допустим, выбираем это изображение, нажимаем на вот этот вот значок, ждем некоторое время, пока найдет. Вот, все, нашел Mi Pad, это вот он, вот это устройство Xiaomi. И вот так вот, смотрите, подготовка к отправке. Сам файл, я не знаю, сколько там весит, и за секунду сейчас, значит, спросит на Mi Pad ожидание, прошу прощения, видите, ожидание, и соглашаемся, соответственно, и все, изображение передано, и можно его просматривать, вот так вот за секунды все работает. Также, друзья, пользуйтесь, и ничего не надо настраивать, не там какие-то дополнительные приложения устанавливать, ничего не надо, вот так все быстро и просто.